Международная однокультурная экспедиция успела стать традиционным событием для представителей мордовского народа. В этом году мероприятие проходит уже в 20-й раз. Ульяновская область – это только третий пункт. За 8 дней участникам фестиваля предстоит побывать в 5 городах. Мордовскую делегацию в регионе встретили очень тепло – с хлебом, солью, народными плясками и песнями. Слова приветствия выразил исполняющий обязанности министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова. Данное мероприятие – это еще раз такое подчеркивание наших дружеских отношений, в первую очередь, с Республикой Мордовия. Живем мы по соседству очень близко, бываем мы очень часто в гостях друг у друга, поэтому мы с большим удовольствием встречаем наших друзей у себя на Симбирской Ульяновской земле. Вся работа этой экспедиции направлена на укрепление гражданского единства, ведь Россия – страна многонациональная. Мы говорим об изучении родных языков, о культуре поволжских народов. Мы считаем, что это позволяет тем, кто живет на Волге, узнать поближе друг друга, снять вот такую вот напряженность, лучше понимать те народы, которые живут рядом с нами. 90 человек участников, на судне нет случайных гостей, только особо талантливые люди. Это общественники, деятели культуры, краеведы, учителя, историки из разных регионов Поволжья и журналисты. Среди участников есть и молодежь. Впервые в этом году в состав делегации вошли 7 победителей республиканского конкурса «Молодые профессионалы». Как бы лучших из лучших, показавших наиболее достойные результаты, они оказались на молодежной площадке в этой экспедиции. На борту теплохода Федор Достоевский намечен насыщенный рабочий график, дискуссионные площадки, круглые столы и стратегические сессии по вопросам сохранения и развития этнических традиций, национальных языков, народного искусства и ремесел в современном мире. А в данном случае представляем мордовские, макшанские, эрзянские народы. И важно показать самобытную культуру народов России, народов субъектов Российской Федерации, что нас объединяет. И, конечно же, всегда важны взаимосвязи, дружеские отношения, которые зарождаются на таких встречах. После теплого приема в Ульяновске группа отправилась на обзорную экскурсию по городу. Следующая остановка международного путешествия станет столица Татарстана – Казань. Алина Тихонова, Герман Баранов, Ул.Правда ТВ.